Здравствуйте, перед вами представлен перистальтический насос с дозатором ДП-200, изготовленный под сироп. Для него также изготовлен специальный фильтр, который освобождает сироп от вкраплений. Посмотрите, он в задней части. Ну, давайте разольем жидкость в бутылке. Насос является универсальным, можно разливать любую жидкость, можно отключить фильтра, то есть если вам они не будут нужны. В чем его универсальность? Что он не контактирует совершенно с продуктом. Отключайте шланги, пожалуйста. Шланги у вас вам отправили на мойку, стерилизацию, куда вам надо. Сама головка у вас всегда чистая, сам насос всегда чистый. То есть моете, меняете только шланги. Также фильтр. Фильтр полностью разборный, там стоит внутри сетка, которую необходимо чистить, ну, как минимум раз в смену. Это 100%. Также подставка. Подставка полностью разборная под любую высоту, под любую бутылочку.